Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Blockchain Partners. У меня есть видео на канале. Ко мне пришли партнеры. Значит, что я хочу сказать. Здесь можно работать как без вложений, так и с вложениями. Значит, простой заработок в интернете за выполнение небольших заданий наших рекламодателей от простого перехода на сайт до регистрации с активностью. Чем сложнее, тем больше заработок. Так, давайте я войду, друзья, на сайт. Так, сейчас введу почту. Пароль. Нажимаю «Войти», галочку «Запомнить» поставлю, «Войти». Нам нужно, друзья, сделать ротацию и верификацию. Ничего не пугайтесь по поводу верификации. Здесь паспортные данные ничего вставлять не надо. Нужно просто привязать группу ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Так? Вот. Вот у меня партнер, вот у меня уже человек, походу, начал делать. Ну, вот уже фото как бы установил и привязал Facebook. Вот. Давайте я покажу как. Прежде чем делать ротацию, нажимаем вот сюда на галочку и личный профиль. Здесь прописываем имя, фамилию, дата рождения. Ну, вот, здесь нужно краткое описание, что мы хотим прорекламировать. Я вот это потом исправлю. Вот. Далее сюда партнерскую ссылочку вставляем. Указываем пол, скайп, телефон, город, телеграм. И привязать Facebook. Так, ВКонтакте, Инстаграм и Facebook. Сейчас я... Так, соцсети. Ну, это... Ага, это надо сначала пройти ротацию. Значит, у меня открыт сразу Инстаграм, Контакт и Фейсбук я открыла. Нажимаю «Ротатор» и «Настройки», «Привязать». Нажимаю. Нажимаю вот ВКонтакт «Разрешить». Все. У меня сразу по умолчанию стоит мой аватар. И можно как бы отвязать. Так. Значит, что нужно? Для продолжения прохождения ротации вам необходимо добавить 20 предложенных сервисов партнеров. Вы можете пропустить только 3 любых партнера за одну ротацию. При этом система... Так, предложит замену. В сутки можно добавить не более 40 пользователей сети ВКонтакте. Если вы превысите данный лимит, социальная сеть ВКонтакте может временно заблокировать ваш аккаунт. Ну, я думаю, 20 человек это будет достаточно. И вот здесь еще как бы Фейсбука нет, можно как бы... Инстаграм еще я привяжу. Давайте я покажу, как делать... ротацию. Значит, смотрите. Добавить контакт. Нажимаем. Появляется вот такое вот окошечко. Можно посмотреть, что у человека. Как бы поставить лайк. Это мой пригласитель в данном случае. Нажимаю добавить. Все. Закрываю окошко. Так, далее. Следующий контакт. Так. Добавить контакт. Также можно поставить лайк. Чтобы увидел, нажимаем добавить. Я и так 20 человек. Поставлю на паузу и я все проделаю. Так, я добавила 20 человек себе в контакт. И столько же добавится ко мне в друзья. Так, тебе привязываем Инстаграм. Значит, нажимаю «Привязать». Так,
авторизовать. Все, я авторизовала. И что? Для прохождения ротации инстаг должен быть открытым. У меня все открыто. И здесь уже другая система. Так, добавить контакт. Значит, как здесь мы привязываем? Добавить. И нажимаем подписаться. Так, закрываем. Добавить. Подписаться. Я поставлю на паузу, также и пройду как бы всю ротацию. Я добавила вот этих людей и нажала начать проверку. Следующая проверка доступна через вот столько секунд. Как бы. И так, возможность добавить за сегодня. Вот у меня 31 контакт. 9 человек у меня добавлено. И видите, идет как бы проверка. Так, ну, в принципе, пока на этом, друзья, все. Что еще я вам хочу сказать? Ну, вот здесь реферальная программа. Здесь можно прописать любое, как бы, свое имя, логин или цифры какие-нибудь. Нажать копировать, и у вас скопируется своя реферальная ссылочка. Вы сделаете так. Здесь партнерская программа. После этого видео я загружу на канал, еще залью видео. И убедительная просьба, кто будет работать здесь, видео просмотреть до конца, так как этот проект, блокчейн-платформа, нам обещает очень много всевозможных плюшек и всяких бонусов без вложений. И желательно просмотреть все до конца видео. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!